Новая печь производства Чехии – главное приобретение «Бурятхлебпрома». Она не только ускорит процесс изготовления хлеба, но и улучшит качество продукции, делится заведующая производством предприятия. Ведь для того, чтобы произвести хлеб по традиционной технологии, требуется не менее 6 часов, что трудно выполнимо для ИП и торговых сетей. Время выпечки хлеба намного сокращается за счет быстрого проникновения инфракрасных лучей в центр тестовой заготовки. Тем самым мы сокращаем время на 10 минут, качество хлеба улучшается. Вся продукция «Бурятхлебпрома» проходит контроль качества в собственной лаборатории. Есть у предприятия и уникальные технические разработки. Раньше тестоводы все это делали вручную, сейчас это получается все автоматически. По всей Сибири и Дальнему Востоку такого ноу-хау нет. В рамках государственной программы по поддержке агропромышленного комплекса республиканский бюджет возместил предприятию 20% от стоимости оборудования. Я хотел бы, чтобы все наши малые предприятия, крупные предприятия, если хотят участвовать в распределении бюджетных средств на поддержку бизнеса, они должны, конечно же, демонстрировать и вносить предложения, именно направленные как раз на повышение производительности. За счет экономичного расхода электроэнергии и высокой производительности новое оборудование позволит избежать резких скачков цен на хлеб, а значит, и другие производители будут стремиться к этому уровню. Ася Касьянова, Александр Хамаганов, новости дня.